Семена лилейника гибридного преша здорово высаживаются на хорошо освещенных и открытых участках. При этом допустимо производить высадку и в тени, но при этом цветение будет не столь обильным. В глинистые почвы с внесением перегноя. Это корневищный травянистый многолетник с мучковатыми и мясистыми корнями. Мечевидно изогнутый лист образует достаточно плотные кусты. Цветы по форме напоминают лилии, но несколько крупнее, они собраны в раскидистые соцветия, от 2 до 10 штук в каждом. Каждый цветок при этом живет один только день, но множество цветов на растении обеспечивают продолжительное цветение. Продолжительность цветения одного куста 25 дней. Лилейники относят к самым малотребовательным многолетникам. Данный сорт зимостоек, засухоустойчив и крайне жизнестоек. Лилейник гибридный преша здоро – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Лилейник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. Цветок окрашен в кремовый с желтым горлом цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.